компания Co-France открывает свой офис в аэропорту Ля-Моль. Для состоятельных людей, которые прибывают на Лазурный берег для отдыха, небольшой аэропорт Сент-Тропе хорошо подготовлен для комфортного прибытия, а также принятия и обслуживания достаточно крупных частных самолетов. Расположенный на красивом полуострове, аэропорт находится всего в 15 километрах к юго-западу от Сент-Тропе, на высоте 18 метров над уровнем моря. Здания аэропорта включают здание аэровокзала, терминал, роскошный бар, ангар площадью 1200 квадратных метров, заправочную станцию и метеостанцию. Хотите арендовать бизнес-джет в Сент-Тропе? Обращайтесь в офис компании Co-France непосредственно на территории аэропорта.